Добрый вечер, уважаемые слушатели! Сегодня у всех собравшихся в этом зале праздник. 28 ноября уже в 26-й раз отмечает свой день рождения Костромской государственный оркестр народных инструментов под управлением заслуженного деятеля искусств России Владимира Сорошкина. Мы с вами уже готовы праздновать. Мы уже готовы внимать той, как всегда, интересной и яркой программе, которую приготовили для нас артисты во главе с маэстро. У нас будут и специальные гости, и это тоже одна из традиций концерта, который коллектив проводит в свой день рождения. Конечно, мы можем подводить итоги деятельности коллектива, можем рассказывать, насколько многообразна и обширна его творческая биография, но мне сегодня хотелось бы лишь вспомнить один очень важный факт года 2019-го. Совсем недавно мы также, собравшись здесь, в Большом зале Костромской филармонии, с удовольствием поздравляли музыкантов и их художественного руководителя с включением в реестр культурного достояния Костромской области. И позвольте еще раз поздравить коллектив с этим большим достижением. Итак, мы с вами отправляемся в наше музыкальное празднество. Я бы сегодня именно так хотела охарактеризовать настроение вечера. Говоря о празднике Костромского государственного оркестра народных инструментов, мы все вместе решили вспомнить еще одну очень важную дату ноября 2019 года. Ее отмечали не только в Костроме, не только в России, наверное, во всем мире, где знают имя Александра Николаевна Пахмутова. Эта удивительно талантливая женщина отмечала 90 лет со дня своего рождения. А за плечами множество песен. Это практически написанная в песнях биография нашей страны. Но мы не часто говорим о том, что Александра Пахмутова – выпускница одного из самых ведущих музыкальных вузов России – Московской государственной консерватории. А заканчивая этот вуз, нужно было уметь владеть всеми музыкальными жанрами и свободно писать и для симфонического оркестра, и для камерного ансамбля, и для рояля, и для трубы. Именно такие концерты есть в ее творческом портфеле, и даже специально для оркестра народных инструментов. И поэтому начало нашего сегодняшнего праздничного концерта будет сочинение, которым мы отметим 90-летие Александры Пахмутовой, сочинением, написанным для оркестра народных инструментов. Мы не можем не отметить эту дату, ведь Александра Николаевна выступала с этим коллективом. И если кто-то из вас еще не посмотрел нашу специальную выставку, сделайте это в антракте, посмотрите, там есть фотографии ее пребывания в Костроме. А мы с вами отправляемся в нашу музыкальную праздничную программу. Александра Пахмутова, увертюра «Русский праздник», исполняет Костромской государственный оркестр народных инструментов дирижер, заслуженный деятель искусств России Владимир Сорошкин. Thank you.
Участники нашего праздничного концерта – военный дуэт из Санкт-Петербурга «Сигдон». Ну, для тех, кто увидит здесь некоторое несовпадение, поясню. Дуэт родился на сибирской земле, отсюда и название. А с лета 2019 года молодые музыканты живут и работают в Санкт-Петербурге. Впрочем, сказать, что работают там, наверное, ничего не сказать. Они известны всему миру, они лауреаты международных конкурсов, обладатели кубков мира, трофеев мира. Это как раз к их копилке достижений. Хотя, когда вы увидите, они выйдут скоро на сцену, наверное, будет удивление. Они очень молодые, что не мешает им иметь за плечами сотни концертов, участие в самых разнообразных фестивалях не только в России и странах ближнего зарубежья, но и в Германии, Италии, Австрии. И это все о дуэте «Сигдон». Но, пожалуй, самым главным достижением является поиск нового, креативного, порой очень дерзкого, но бесспорно талантливого музыкального. И в основе всего этого бесконечная любовь к музыке и прежде всего к тому инструменту, которым они будут сегодня представлять, к инструменту баяну. Я не буду сейчас вас загружать большими рассказами об этом дуэте, потому что хочу некоторые особенности его рождения рассеять по нашему концерту. Тем более, что программа, которую предложили молодые музыканты, именно так и построена. Первое сочинение принадлежит авторству, а точнее сказать, идея этого сочинения принадлежит авторству якутского композитора Афанасия Маргосова. В основе сочинения его тема, знаменитая пьеса, любимая многими пьеса, особенно в Якутии, «Оленьи скачки». Однако музыканты приложили немало творческих усилий, вдохновения, поисков, чтобы добавить к этой пьесе все то, что сделает ее действительно красочной, действительно яркой и действительно интересной. Мы даже услышим, как звучит якутский национальный инструмент хамус. Ну вот это все не случайно, потому что один из участников ансамбля, Александр Сироткин, родом из Якутии. Именно там он начал заниматься музыкой. Там он закончил музыкальное училище как баянист и как теоретик. Там он начал заниматься композицией. И, собственно, оттуда, наверное, идет вот этот очень яркий творческий посыл, который музыканты нам будут демонстрировать на протяжении сегодняшнего концертного вечера. Итак, мы с вами слушаем первое сочинение в исполнении наших гостей и Костромского государственного оркестра народных инструментов. Афанасий Маргосов, «Якутская фантазия», солирует лауреаты международных конкурсов, дуэт баянистов «Сигдон» в составе Александр Сироткин и Андрей Батюцкий.
Thank you.
Еще одна интересная грань творческого амплуа дуэта Сид-До – это сочинение музыки. Не просто аранжировка, не просто обработка ярких понравившихся мелодий, тем, а именно создание своего видения музыки, равно как и видение истории и жизни нашей Родины. Сейчас для вас прозвучит песня о Руси. Это сочинение было создано музыкантами Сид-До. Изнеможденный, гордый и непобежденный, но всегда такой родной, порой наивный и святой. Thank you.
О, Русь моя, ты величава и прекрасна. Твои озера, реки и поля дух обогащают мой, ты властна. Тут дом родной, звенит ручей, береза символ твой, и мама печальный взор очей. Вот необъятна Русь в Россию перешла, и грубый век, и грубые тундравы. Но не забывай одно, ты человек, люби, надейся, верь. Нашу концертную программу продолжит пьеса для оркестра народных инструментов новосибирского композитора Владимира Лямкина. Композитора, аранжировщика, музыканта, который не понаслышке знаком с военно-оркестровой службой. Он уже более 50 лет в музыке и постоянно находится в творческом поиске. Наших гостей и Владимира Лямкина связывает большая творческая дружба, и поэтому появление этого сочинения в программе сегодняшнего праздничного концерта не случайно. И вот здесь мне как раз хочется сказать о том, что именно в Новосибирске встретились наши музыканты. Александр Сироткин, как я уже сказала, приехал из Якутии, а вот Андрей Витюцких – он учился сначала на Кузбассе. И оба поступили в Новосибирскую государственную консерваторию. Именно здесь сложился их творческий дуэт. И именно здесь начался путь к славе. Поэтому и название дуэта «Сип-дуо». Ну, а мы вновь возвращаемся к пьесе Владимира Лямкина. Она, конечно, о том месте, которое питает и питала, и я уверена, будет питать множество самых интересных творческих явлений России, и в том числе музыкальных. Мы слушаем оркестровое сочинение Владимира Лямкина «Сибирские гуляния». Thank you.
представляя разные жанровые амплуа музыкантов и в том числе наших гостей, конечно, всегда обращая внимание, как они могут интерпретировать музыку композиторов разных направлений и разных эпох. А между тем, сегодня, наверное, уже стало актуальным обращаться и к другим, иным от академического музицирования направлениям, ну, например, таким как эстрада или джаз. Впрочем, опять же, лучше всего о себе скажет музыка. Не будем преуменьшать роли Александра Порфирьевича Бородина, поскольку авторство мелодии, которая сейчас прозвучит, принадлежит бесспорно ему. Это знаменитый хор «Улетай на крылья ветра» из оперы «Князь Игорь». Но аранжировщик Владимир Поползин решил предложить иную версию звучания этого хора. Музыканты из СИПДО с удовольствием эту версию поддержали и предложат ее сейчас вам в продолжение нашей концертной программы. Встречайте, СИПДО!
Александр Сироткин, Андрей Пикетский, Сильдо. Поскольку наши гости баянисты, естественное обаяние, сегодня мы будем говорить достаточно много. И я не могу не назвать еще одно имя знаменитого баяниста, которого по праву называют баянист-виртуоз. Это Виктор Гредин. Выпускник, мы бы сегодня сказали, Российской академии музыки имени Гнесиных, а тогда это был Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. Музыкант, который вписал ярчайшую страницу в историю баянного исполнительства. Он один из создателей и художественных лидеров знаменитого ансамбля «Россия». О нем говорят как о ярком аранжировщике, о композиторе. И, конечно, трибют Виктору Гридину есть и в нашем сегодняшнем концерте, и в первом, и втором его отделениях. И я еще раз, конечно же, подчеркну, что амплуа наших музыкантов, наших гостей сегодняшнего праздничного концерта весьма обширно, и среди них это всегда соучастие в какой-то новой исполнительской транскрипции, казалось бы, всем известных сочинений. Например, даже такого, как «Рассыпуха» Виктора Гридина. Этим сочинением мы будем завершать программу первого отделения. И я представляю еще раз исполнителей: Костромской государственный оркестр народных инструментов, СИП, ДОА, дирижер Владимир Сорошкин.
концертную программу, посвященную празднованию дня рождения Костромского государственного оркестра народных инструментов. Как я обещала, сегодня будет названо немало имен известных баянистов, исполнителей, аранжировщиков, композиторов, педагогов. И следующее имя нашей концертной программы – Вячеслав Семенов. Я думаю, все присутствующие в зале баянисты, а также те, кто любит музыку для этого инструмента, это имя, безусловно, знают. И, конечно, включение его в нашу программу тоже совершенно естественно. Сочинение Вячеслава Семенова открывает второе отделение. Прозвучит сказ о тихом Доне. А мы одновременно продолжим представление наших гостей. Сейчас каждый из них выйдет в качестве солиста и выступит вместе с нашим оркестром. Я приглашаю на сцену лауреата международных конкурсов Андрея Битюцких и дирижера оркестра Владимира Сорошкина.
«Цыганская рапсодия». Солирует лауреат международных конкурсов Александр Сироткин. Thank you.
Наш трибют Виктору Гридину продолжается, и сейчас прозвучит пьеса «Ехал казак за Дунай». Когда-то она взбудоражила творческую мысль известного новосибирского баянного дуэта в составе Владимир Гайдуков и Сергей Ларионов. Сегодня мы будем слушать версию «Виктор Гридин и Сиб До». «Ехал казак за Дунай». Thank you.
Есть пьесы, одно название которых уже придает какое-то настроение. Мы еще не слышим пьесу, но мы уже чувствуем, что же сейчас произойдет. Ну, например, «Лезгинка» или пьеса в стиле кантри, они будут звучать во втором отделении нашего концерта. А вот пьеса, которую я сейчас представлю, думаю, может вызвать самые разные ассоциации. Это «Басса остината». Для тех, кто прошел учебу в музыкальном училище, колледже или консерватории, институте, некоторое желание выпрямиться и подтянуться, потому что когда-то именно это могло представлять сложности в постижении такой науки, как анализ музыкальных произведений. Так что же это такое? А на самом деле не так страшно. Это вариации. Тема всегда проходит в басу, а все, что происходит дальше, при неизменной и повторяемой теме в басу, будет происходить в более высоких голосах. Но это если очень просто. А если это очень талантливо, тогда надо слушать пьесу Виктора Власова «Басса остината» в той аранжировке, которую нам предлагают музыканты СИБДО. Thank you.
Вячеслав Черников. Пьеса в стиле кантри. Аранжировка Сип-До.
достиг своей кульминации, а это значит, самое время в лучших восточных традициях танцевать лезгинку. Андрей Бызов, Сим Дон. Лезгинка исполняют Костромской государственный оркестр народных инструментов, солирует ансамбль Сим Дон в составе Александр Сироткин и Андрей Битюцких. Дирижер Владимир Сорожкин. Государственный оркестр народных инструментов.
праздничный концерт завершен. Спасибо вам, что вы были сегодня с нами. Всего доброго. До свидания.